Так, здорово, пацанчики, мы едем в горы на Малевицу, будем делать горный поход. Сейчас остановились, по-моему, Самоков. Так что погодка вот такая. Ждите следующего видоса, который будет чуть попозже, уже с верхушечки. Взять его! Вот это дружба, да, вообще, дружные пацаны. Все, короче, мы начинаем идти на Малевицу, все, сзади нас парковочка. Парканулись, все оделись, переоделись, взяли зимние ботинки, вот такие, как у меня. Кроссовочки с сеточкой, короче. Четкий телефончик. Где работаешь? Пацанов перекурчик. Вот где мы находимся. Вау! Я в ногу залетел. Короче, все, мы поднялись на Малевицу, здесь самый верх. Мороз. Не, снимаю на видос, сейчас загружу его. Вот наши главные, вот капитан Виталёс. Капитан Виталёс. Завел нас в такое хорошее место. Ну, все погода, справились. Все, идеальные условия. Ветер, что все мозги переморозил. Местный Иван Сусанин. Ай, назрай. Я не могу открыть. Да, все, реклама рейтинга. Все, по миллиону баксов, пацаны, уже имеете. Все, за рекламку. За рекламочку. Да, ну, ветер все мозги продул, блин. Так это что, дилеры Red Bull и Hella всегда на связи. Брюс Уиллис для Hella, конечно. Кто хочет, тот доходит до горы. Я знаю. Все, спускаемся назад.